Привет, друзья! С вами Андрюха Байкал. Сегодня готовим в казане, на костре, с дымком, на природе блюдо под названием цыпленок качиатори. В общем, блюдо интересное. Сегодня мы его приготовим. Как всегда, я уверен, получится супер вкусно. Печечку я уже растопил для нашего казана. Понадобится здесь цыпленок у меня. Режем его, рубим, вернее, крупно. Понадобятся томаты. Здесь у меня в собственном соку. Лучок понадобится. Где-то 3 луковицы. Квадратиком его шинкуем. Чесночок понадобится. Ну, зубчика 4 у меня здесь, мелкая. Взял зелень сушеную. Соль, перец, маслица, ну и, конечно же, вино белое понадобится. Так, печечка разгорелась. Ставим наш казанчик любимый, узбекский. Даем сюда сразу маслица, грамм 100 по стеночкам. Так распределим. Достаточно. Все, пусть масло нагреется. Так, маслица нагрелась. Отправляем нашего цыпленка. Обжариваем, помешаем. Посолим. Поперчим. Перемешаем, обжариваем. Цыпленка обжарили до золотистой корочки. Выкладываем обратно в нашу посуду. Отправляем сюда лучок. Обжариваем лучок. Лучок обжарили минуты 3-4. Отправляем чеснок. Перемешаем. Обжарим вместе чесночком. Минутку две обжарили, добавляем вино, где-то полстакана. Отлично. Мешаем, выпариваем наше вино. Не забываем мешать. Вино слегка выпарилось. Отправляем сюда наши томаты в собственном соку. Все перемешаем.
Аромат стоит, друзья, с казана вообще обалденный. Все, тушим. Блюдо потушили минуты 2-3. Отправляем сюда нашего цыпленка. Все перемешаем. Аккуратно. Добавлю сюда зелень сухую. Все перемешаю. Прикрою крышечкой и будем тушить. Друзья, аромат стоит вообще обалденный. Слегка перемешаю. Соус загустеет в блюде, в казане. Блюдо наше готово. Так, друзья, блюдо наше готово. Ой, какой аромат стоит, вообще обалдеть. Наложим нашего цыпленка, кочиатори веган. Посмотрите, друзья, какая прелесть. С вами был Андрюха Байкал. Ставим пальцы вверх, подписываемся. Приятного аппетита, до новых встреч!